Разные танцы, флешмобы, спортивные и другие занятия. Жизнь в юности по-прежнему насыщена, и число отдыхающих с момента заезда здесь не изменилось. С учетом персонала в лагере сегодня находится порядка 900 человек. 755 из них – дети. И вопрос безопасности, конечно, на особом контроле. В первый же день лесного пожара, который хоть и виден, но находится не близко, за 10 с лишним километров, были взяты пробы воздуха. Сегодня просто Роспотребнадзор брали анализы воздуха. У нас все хорошо. Задымление, единственное, мы видели вчера. Сегодня обстановка спокойная. Качество воздуха вблизи юности по поручению главы региона Роспотребнадзор будет контролировать усиленно. Глава региона обратился также к руководству лагеря с просьбой уделять безопасности детей особое внимание. Вы дежурите, чтобы никто туда не Отметим заезд детей в другой лагерь Егорьевского района «Золотая рыбка» из-за пожара отложен на неопределенный срок. Елена Макаренко, «День с толком».